В следующем году регион отметит 50-летие юридического образования. На заседании организационного комитета обсудили предстоящее празднование, в том числе готовность региона к тематическому году. Рассмотрели план мероприятий и способы их финансирования. Очень важно провести 2024 год, год юридического образования в Ульяновской области, на самом высоком уровне. История нашего региона неразрывно связана с высшей школой юриспруденции. Юридическое образование в Ульяновской области прошло длительный путь становления и развития. В 1974 году в Ульяновской области был открыт учебно-консультационный пункт Всесоюзного юридического заочного института. За время работы учреждение подготовило немало выдающихся юристов. В 1990 году Ульяновский факультет ВЮЗИ вошел в состав юридического факультета МГУ. За эти годы пройден огромный путь среди выпускников нашего юридического вуза, нашего юридического факультета. Много деятелей, которые и деятели науки, и практиков. Это представители руководства судебной, правоохранительной системы. То есть качество образования, которое сейчас дает юридический факультет, конечно, подтверждается высокой квалификацией их выпускников. На заседании представили программу тематического года. В планах создания короткометражного фильма, проведения фотовыставки, высадку аллеи юристов, присвоение названий улиц в честь выдающихся юристов. Выдающихся юристов представят к региональным и федеральным наградам. Кульминацией, может быть, я бы сказал, в том числе для молодежи, мы все-таки предлагаем попробовать возобновить. У нас в августе традиционно проходит, и он у нас 10-й, получается, юбилейный юридический форум «Юрволга», который единственный специализированный юридический форум в стране на берегу Волги. Мероприятия, посвященные юбилейному событию, начнутся в регионе 3 декабря в День юриста и продлятся до декабря 2024 года. Кирилл Савосин, Марат Мигдиев, Управда ТВ.